Шакира может сесть в тюрьму на 8 лет. Похоже, известной певице грозит реальный срок заключения. Испанская прокуратура утверждает, что Шакира не доплатила в бюджет королевства более 15 миллионов долларов. Однако у знаменитости тоже есть вопросы к казначейству. Ведь налоговая служба нарушает неприкосновенность личной жизни, запрашивая персональные данные. Якобы эта информация собирается из таких источников, как больницы и социальные сети. А значит, у Шакиры есть все основания, чтобы начать очередное судебное разбирательство. В сети подозревают, что все дело в только что выигранном ею процессе по опеке над детьми. После прошлого успеха в суде певица уверена в надежности своих адвокатов. А как вы думаете, не слишком ли самонадеянно ведет себя Шакира? Выяснилось, что роль в «Титанике» чуть не сломала жизнь Кейт Уинслет. Культовый фильм до сих пор будоражит сердца поклонников. Однако исполнение роли красотки Розы не вдохновило кинокритиков. Они уверены, что актриса сделала образ не таким привлекательным, каким он должен был стать. А красотка Роза получала от исполнительницы ее роли заурядную внешность и лишний вес. Подобные упреки актриса слышала с подросткового возраста, когда она начала пробовать себя в кино. Именно поэтому она стойко переносила критику, звучащую со всех сторон. Ведь у нее была преданная зрительская любовь. Теперь Кейт Уинслет является одной из самых ярых сторонниц естественной красоты в Голливуде. Она частенько снимается без макияжа и даже просит режиссеров не ретушировать ее внешность. А как вы думаете, в чем секрет ее успеха? Ким Кардашьян осудили за встречу с бывшим сестры. Теледива не могла и подумать, чем обернется ее желание помочь людям. В сети на Ким обрушился шквал критики из-за посещения колонии для несовершеннолетних в Лос-Анджелесе. Все дело в том, что сопровождал звезду бывший возлюбленный ее сестры Тристан Томпсон. Ким открыто опубликовала пост в социальной сети, где не скрывала дружественной обстановки на встрече. Однако поклонники буквально набросились на свою любимицу. Они считают, что она предала свою сестру ради пиара. Всем известно, как 31-летний баскетболист поступил с Хлоей Кардашьян. Несколько раз его уличали в изменах, несмотря на то, что знаменитости воспитывают двоих совместных детей. А как вы считаете, эта ситуация может рассорить двух сестер?